Здравствуйте! Хочу показать вам, как приготовить уптан для умывания. Его можно использовать в качестве средства для умывания, скраба, а также маски. Вот так он выглядит. И состоит из глины морской толстой, марокканской глины Расул, рисовой пудры, порошка ламинарии, порошка фукуса, порошка нима и семян овса. Приступим к приготовлению. Берем вот такую чистую баночку и все компоненты будем смешивать прямо в ней. Полный рецепт будет под видео. Готовить мы будем 20 грамм. И первый компонент берем глину морскую толстую, 4 грамма. Марокканская глина Расул, тоже 4 грамма. Обнуляем весы. Так, я отмерила немного больше, сейчас отбавлю до 4 грамм. Обнуляем. Следующий компонент у нас рисовая пудра. Ее в рецепте 2 грамма. Дальше у нас порошок ним. Его в рецепте тоже 2 грамма. Досыпаем до 4. Дальше у нас идет пудра овса. Ее в рецепте 2 грамма. Далее отмеряем порошок фукуса. Его в рецепте 3 грамма. И последний компонент – порошок ламинарии. 3 грамма. Теперь аккуратно перемешиваем наш уптан, закрываем крышку и активно смешиваем. Так, и вот такая масса у нас получилась. По желанию, баночку с уптаном можно украсить вот такой симпатичной наклейкой. Наш уптан готов.
Ссылка на все компоненты будет под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока!